Starfire! Всем привет! Сейчас я научу вас выполнять вот такой крутой селф-буст на карте Инферно. Позиция является очень эффективной, особенно при хорошем тимплее. Можно устроить перекрестный огонь с игроком на лонге. Сам по себе этот селф-буст является довольно тяжелым. Лично я не мог просто взять и запрыгнуть с перила на первый балкон. Однако, если же использовать такой способ, который я вам покажу, селф-буст станет абсолютно элементарным. Особенно если сравнить с тем, который я вам показывал на Мираже. Если не смотрели, обязательно гляньте его. Для того, чтобы селф-буст был еще эффективнее, рекомендую для начала научиться быстро попадать на балкон. Так как я показываю в начале. Вам нужно попадать на эту часть стены, чтобы с него запрыгнуть сразу же на перила. Также можете отдельно потренироваться, запрыгивать именно с этой части сена на перила, для того, чтобы у вас это получалось в одно действие. Будет полезным и научиться быстро запрыгивать из позиции ямы, для того, чтобы в игре делать это уже на автомате. Окей, на перила вы кое-как забрались, что теперь? Тут нужно найти вот такую вот тень и прицелиться так, как я показываю на видео. Далее целимся на угол балкона, опять же на видео видно. Теперь просто бежим вперед, мышкой начинаем поворачивать примерно, когда в левом углу будет видна вот эта часть стены. В зависимости от вашего разрешения, эта область может слегка отличаться. Тут уже сами для себя придумайте ориентир. Не забудьте после первого балкона зажать Ctrl, чтобы точно долететь до него. Вот собственно и все, элементарно и эффективно. Надеюсь, вам поможет эта подсадка в ваших катках. Ну а на этом у меня все, всем удачи. All the objective. Space age, we say straight to nothing.